Дом от застройщика «Капитал 62» узнаваем уже с фасада. Современная многоуровневая архитектура, подчеркнутая сочетанием ярких цветов в отделке, выгодно выделяет семейный квартал Петра и Февронии на фоне окружающих построек. Этот район желанный для многих горожан, современный, развивающийся, с устойчивой инфраструктурой. Через дорогу детский сад, в 200 метрах новая современная школа, безопасные детские площадки от «Капитала» радуют сильным исполнением. Транспортная развязка удобная, то есть сразу так на окружную выехал, ни в пробках не стоит ничего. Садики, школы, с детьми, я думаю, очень актуально. Ну и дом красивый. Да, кстати, вот хоть что-то яркое, а то все смотришь, какие-то все серые-серые дома. Поэтому вот. Очень довольна. Планировки, кстати, хорошие. Действительно, планировки в домах «Капитала» – легенда. Продуманные до мелочей эти квартиры созданы для жизни. Только посмотрите, как может выглядеть жилье. А вид – ока, луга, которые вот-вот зазеленеют. С таким видом, согласитесь, хочется просыпаться и улыбаться новому дню. В квартире продуман каждый квадратный метр. Предусмотрена выделенная зона для хранения, гардеробная, мастер-спальня, уютная спальня с отдельным санузлом, просторная гостиная, где так здорово будет собираться на ужин всей семьей. Вот здесь удобно, действительно. Рядом вот круиз, то есть торговый центр, и главный парк рядом, чтобы с детьми гулять, и он у меня спортсмен, он бегает в парке утром каждый день. Если на Быстрецкой первые счастливцы уже получили ключи и готовы приступить к ремонту, то в ЖК «Центральный» стройка кипит вовсю. Материалы закуплены, техника работает, сроки строго соблюдаются. Смарт-квартал отвечает всем современным стандартам строительства. Расположенный в самом центре города, он спроектирован для жизни. Благоустроенная территория, безопасные детские и спортивные площадки, продуманные смарт-планировки, оборудованные качественной инженерией. Этот комплекс тоже расположен на берегу речки Трубеж. Изюминкой квартала по плану станет прогулочная зона собственной благоустроенной набережной. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».